Очередные назначения в правительстве Алтайского края. Определены руководители 4 управлений и 1 инспекции региона. Распоряжение подписал губернатор Виктор Томенко. Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития возглавила Екатерина Читошникова, проректор Алтайского педуниверситета. Кроме того, она будет занимать пост в РИУ начальника краевого управления спорта и молодежной политики до государственной регистрации. На должность управления печати и массовых коммуникаций вернулся Евгений Нечепуренко. Ранее этот пост занимал Максим Герасимюк. Сейчас срок его контракта истек. Руководить инспекцией строительного и жилищного надзора станет Олег Веремеенко. До этого он возглавлял региональный фонд капремонта. Уволен с госслужбы начальник управления по госрегулированию цен и тарифов Сергей Рот. Ранее губернатор раскритиковал его за недоработку вопроса о снижении скидок на тарифы электроэнергии. Сейчас на пост Ротта назначен его заместитель Олег Колосков. Пока в статусе в РИО.